Памятник основателю ансамбля «Песниры» Владимиру Мулявину открыли сегодня в Екатеринбурге. Трехметровый монумент установили перед киноконцертным театром «Космос». Именно там музыканты 20 лет подряд давали концерты. Владимир Мулявин изображен с гитарой. Основатель белорусского «Авиа» родился в Екатеринбурге. Здесь же окончил музыкальное училище и начал карьеру. Сегодня в театре эстрады «Песниры» исполнили самые известные и любимые его произведения. Памятник в центре Екатеринбурга – это совместный проект Министерства культуры Беларуси и Свердловского правительства. У нас, безусловно, есть надгробный памятник, у нас есть мемориальные доски на домах, где он жил, но вот такое масштабное монументальное произведение, оно установлено здесь. Мы инициируем такой же памятник, или такой, или немножко другой, но будет установлен и в городе Минске на бульваре Мулявина. И сегодня же глава региона встретился с министром культуры Белоруссии. Обсудили предстоящий визит уральцев в республику. Помимо укрепления торгово-экономических связей, особое внимание стороны уделяют культурному обмену. Борис Светлов предложил Евгению Куйвашеву проводить поочередно международный фестиваль музыки в честь Владимира Мулявина. Губернатор идею поддержал.